И перед тем, как там погружаться, ачарьи, то сё, да, надо сначала понять самое главное, что хочет донести до нашего Прабхупада. Конечно, потом он не останавливает нас, он говорит, что мы должны изучать ачарьев, но по очереди. Потому что человек, который не понял главное, что до него ачарья хочет донести, он начинает просто сталкивать потом ачарью, своего ачарью с другими предыдущими ачарьями. И говорит такие вещи. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, но на самом деле... Нет, вот на самом деле это то, что Шрила Прабхупада говорит в комментарии. Вот это вот все, оно уже, ну как бы, стало... Это не на самом деле. Это как бы он уже прочитал это, и вот для тебя на самом деле это вот это. Вот и все.